Я могу так сказать, что в силу того, что евро и доллар подросли в цене относительно рубля, и ну, в рублевом выражении поездки в Европу и ну, там, на известные курорты российские, я имею в виду Турцию, Грецию и так далее, Испанию, они станут дороже. Возможно, это будет неким таким стимулом для того, чтобы людям попробовать еще дать один шанс Сочи стать, так скажем, действительно курортом. Тем более, что инфраструктура вся есть, она новая. Понятно, что вопрос стоит в сервисе, но это же все как бы решаемо. Олимпиада показала, что сервис можно организовать. Он был организован великолепно за счет волонтеров, и это ценили люди. Ну, значит, это можно организовать.